от государства. Вот у меня есть вопрос. Мы с вами отдельно на эту тему поговорим. Если у вас есть вопрос. Вот у меня есть вопрос. Мы вам дали четвертый альтернативный вариант. Разработчики сказали, что он не актуален. Правильно? Это те разработчики, которые не знают, где Царицыно? Вы знаете, у нас разработчики одни. Это не генпланы города Москвы. Ответьте честно, почему вы все время врете? Что значит конкретно? Мы говорим, тут четвертый вариант. Где он? Сейчас она выступит, что толку, что она скажет то, что вы слышали. Вас конкретным. Пожалуйста, нам конкретный ответ на наши конкретные вопросы, а не воду, которую вы льете нам. Нет веры администрации! Вот вас сейчас обманывают тем, что в генеральном плане, как только нарисуют дорогу, тут же пройдут по вам катком, по вашим головам, и то есть через у вас какое-то начнут время какие-то проблемы. Не через какое-то время, а не пройдут не по головам, не по катком. Потому что те варианты, которые предлагают генеральным планом, институтом генерального плана, они не предполагают сноса, в отличие от четвертого варианта дороги. Я понимаю, что вам нравится четвертый вариант, но он проходит реально и сносит объекты недвижимости существующие. Это неправда. Вы сейчас лицемерите, я могу вам сказать. Вот это неправда. Как вы можете говорить, что тот вариант четвертый, который мы предложили, лично я в этом участвовал, лично Валерий по этим всем дорогам, подождите, я вам скажу, как это может стать. А лично он проехал по дорогам, ни одного дома по этому варианту, ни одного СНТ, маяк, Царицынский лес и так далее не сносится. Прямо в глаза. А как нет? Потому что у вас одна идеология. Не надо, не трогайте ее, не трогайте. Так и говорите. Что это так и говорите? Если вам это выгодно, я согласен. Все, спасибо. Администрация, до свидания.